Хабар дейбжадзе зергуала шарам шахяз цурыц хуп. Апснижлар рджинч тула пейбашрана дзирвю хабар дейбжадзит. Дара гартын хачар псыбы и кормоуит. И шахту епшаны фирзамам дит. Ай башраш тахпяшук скорзы. Зхатара шакургылаз шық орепш. Яхяважран зэнзыз кватып аджи амгимаджвим. Урт дыруац купиналу каш апсуа паэт Таиф Аджба. Ицкю пейта хэра хазиги зэкшаз опнас харгях зэкшаз. Сайнын пи долган дыргыт сарасыпшма октябрь уж берзэхэн. Ихэгі хабар да бастып жадзына дыгуп. Ицыргэзэ ваги, вабзи ока вахазына ко ицыргэйт. Хайны юназа ахача азжи пхэски дитсын дыргэйт. Из хыс хавар хабар гадзэгушэм урт хвара дарыпша рахаштуп. Я есым шахазыпшупа брия джаргапша. Хтар гугвот нас джерам зным зарзны джерейш парам бариха. А бас гуграла хаку пха. Ауя и псыз, ауя псу таслаги, дача милат картасалаги. А ныш дама дазароб. Зигяхтах убриоб. А бас шар убриоза, а гуграл конча ширку и маршаат харя хахтахо. А псны язхазаат. Хабхи абзираку, ала дирм пшацкир пшауан шайца. Апснижлар рджинчтула пейбашран хабар дейбжадзе зрыпша араяла гедзки жипшини жипшуксарзы. Ус анапснаха дейджи хюндкаррад комиссия хабцан. Хабар дейбжадзе зрхатара корыша кургыларазы хаджар апшвилар бжара пейлак. Юнизки жабашуксы наркны химиопнагойт апша арат усураква. Урты рыбзораны атаачараква дзирвы акыршукса хиззыпши зртынхача рыбсы бюкарухит. Сама программа она насчитывает свое начало с 2010 года. На данный момент 196 останков, которые найдены, опознаны и переданы семьям. Работа эта продолжается. Из этих 196 останков 44 были переданы семьям в Абхазии. Ну а в целом еще предстоит найти и опознать более 2000 останков. Так что работа, как вы видите, большая, и она будет продолжена Международным комитетом Красного Креста в непосредственном участии с властями. За два года, я сейчас боюсь ошибиться, но порядка 15 останков было опознано, передано семьям, живущим в Грузии, и порядка 2 или 3 останков были переданы семьям на территории Абхазии. Аджар апшилар бжара пяйлак республика чо имю апнагу апша аракуэй хатца аракуэй рина хыски рыццахойт. Сегодня, как вы знаете, это Международный день пропавших без вести. И в первую очередь, конечно, наша работа она направлена на работу с семьями, кого это горе коснулось. Как я ранее уже говорил, более 2000 случаев, которые ждут ответ. Те люди, которые, семьи, родственники, которые пропали без вести. Работа эта, естественно, многогранна. Она предусматривает как и работу с информацией, в том числе и полученную от семей, от тех, кто пропал без вести, сам процесс экскавации, раскопок, эксгумации останков, их последующей идентификации. То есть это очень большой такой многогранный процесс, который продолжается, и мы будем делать все это со своей стороны. Формат самого процесса необходимо уже видоизменить в плане, чтобы сделать его более стабильным и эффективным, и чтобы как можно быстрее семьи получили ответ на свой вопрос, что случилось с их близкими. И еще раз хочу отметить необходимость работы Ассоциации Матери Абхазии за мир, социальную справедливость, потому что это очень важный момент работы, и именно этим мы занимаемся сегодня в Абхазии. Апснижлар рджинчтула пейбашран хабар дейбжадзе зерсией тагалор хабхядзарачи оп эйбашвазрепш атынчва апсыраги. Агвыгру оп апшаара кырлыцфяны важран зеген хабар дейбжадзни охайбхядзо рхатараква ярласны шапыргыла хабха. Амразарандиабха Тимур Гугухия апсуа телехапшра.